Станьте звездочку, стан по звезде. Можно станить, можно фирить. Что там осталось? Везекс. Йок. Просто убиваем Везекс, это 3 минуты. Давайте посмотрим плюс 0. Так, Леголас, Ласси, Хилика 3. Я маком зайду. 4. Казарак, тебе надо что-то с ласта? А, кстати, я сейчас буду казать, я что-то сделаю. Там перемещение. Крабик, тебе на кого маунт надо? А? На какого персонажа надо маунт? На мага. Ну тогда ТТМ и Лему поставите на СПД. Раз никто локом не пойдет. Переместишь там меня в первую пати. В общем, давайте чекнем. Надо посмотреть турнифы кое-что. Третья пати будет бегать за Анриксом, четвертая пати за Гутерболом. Все остальные в мелизоне будут бить босса и хилить. Апельсин, Юпи в мелизоне будет хилить танка. Второй пати за кем бегает? Все остальные в мелизоне. Можешь кота спекну свести, так хочется. Все равно мне надо будет хилить. Все, теперь можно пожарника до следующего года не делать. Сколько-то ночи уже не надо. В общем, мне тут на шамана этого осталось. Дворф Армагеддон, уничтожитель пушек. Надмозг атакует. Линия, короче, осталась. А пацаны вам хилят не танков, а не знаю, ппшки. Я блин, иначе его смотрел. Пожалуйста, извини меня, я сейчас тебя рез. А, ты далеко отбежал от хила. Блин, это твоя выходит вина. Волна исцеления, радиус действия 40 метров. Интересно, он достал? Я по резу не могу тебе достать. Я так вижу, что только один шаман хилит. Ну раз 30 метров. А за хилка 40. Рез и Тиману, что вы делаете? А что вы делаете, действительно? Вот, иди бей босса, я фул мана. Иди агрим. Ну тут родного танка. Я, может, тогда кто устал уже хочет пойти спать, есть такие? 10 гер. Дорн, просто убиваем. А? Меня. Ты хочешь спать? Я просто сейчас сказал про замену, мне не хочется идти на БДК и танчить. Ты хочешь спать, что ли? Сейчас остались легкие боссы. Я говорю, что там надо 3 танка на вас. Ну, кто нету танка спека? Спек
какие шмоты. Класс. У меня тогда тоже есть пик. Ненка. Стойте, не спрыгивайте. Ладно, не будем. Немножко зашел. Привет всем. Привет. Я могу тебе, Бёрн, дать 300 голд, если хочешь. Я их так раздаю всем. Спасибо. Ставлю рыбу. Подходите все. Короче, тактика такая. Третья, четвертая пати на рейнже. Третья пати в квадрате. Четвертая пати в звезде. Все остальные под боссом бьют босс. Босс кидает копье черненькое такое, мы отбегаем от него в меточку, потом становимся опять в лужу, которая появится после копья, дамажим босса, ну это так по кругу. Еще будет босс кидать метку безликого, такой зеленый луч на босса, ну с босса связывающий вас. Вы должны с рейда как можно быстрее выйти, так как этот луч будет наносить по всем урон и хилить. Боссы, да. Причем маги могут прожать глыбу, если что. Все остальные просто отбегаем. Копар готов. Копара нет, ладно, без него. Войд, начинай. Буду озвучивать, куда бежать. Ну, точнее, просто бежать. Третьи пати побежали. Сказал же в черепе стоять. Потом близко стоял. Четвертой пати побежали. Сбывает метка безликого. Смотрим. Четвертой пати побежали. Вот сейчас будет. Рейндж набрали все. Отошли от хилики, от черепа отходим. Темное сокрушение на хилике. Как раз же. Стали опять в квадрат. Третья пати побежали. Вот четвертая, да-да-да. Так, смотрим, опять будет копье. Побежали на третьей пати, квадрата, отбежали. Сбежали. Нет, стоим в квадрате, вы близко стоите, отошли. Отбежали от черепа, от квадрата, точнее. Сейчас будет метка безликого, смотрим. Кралика, отбежали от кральки. Кральчика, отбегай. Так, нам не копье. Отбежали от копья. Метка сбилась. Давайте опять в череп.
череп падает, отбежали. Все добивать просто. Отбежали опять, отбежали копье, третья пати, отбегаем. Стой, быстрый босса. Ролем. Пожалуйста. Тыкните на шкаф. Сейчас, подожди. Серега, ты голову получал? Да. На кого? На престол. Зачем ты Элеван? Токен хочу. Ага. Посланника Лем. Посланник Лем. Интересно. Блин, еще раз Сумон. Шкаф пропал уже. Заходи заново. Ладно, пошутил. Ты еще уснешься. Что, не ванхеди? Думал, в архе? Или в хиле? Ты можешь зайти на протопала. Ты получал голову уже? Да. Ты можешь зайти на протопала, чтоб я не заходил на БДК? Твоя не особо увидит, значит. Вайп. Давай. Вообще, за сколько? Я тебе что-то надо. Да, я... ладно, ладно. Не знаю, смогут ли они захилить вдвоем. У Дубасика есть этот продвар. У кого? Дубасик. Продвар, нормальная тема, да? Ладно, сейчас пораскидаем вас. Кто был в комнате, пусик поставьте. Так было легче. Никто, да? Ну, совы туда обязательно. Хан для скорости. По шипешке в пати. Копар с гильдаром лучше будет, чем альты и квота. Гильдаль тоже не уверен насчет него. Давай тоже. Был я не раз. Фугу. Гильдаль, ты был в комнате, ты сказал, или что? Не слышал. Ну да, ты же не раз. Куда ты не раз? Хитрота, ты с каким рейдом ходила на плюс ноль? Ну ты... С кнутом, что ли? Так, Фога... Ты был в комнате? Да, был. О, Лизни Тотем пойдет в комнату. Где? Так, сейчас. Да возьми Джерри... Мага. Вместо кого? Вместо меня. Ну, ты даешь... Хила нет. Ты даешь машевый урон по черепам, ставишь тотем на СПД. Что там еще? Можешь отхилить в критической ситуации. Маг этого не может сделать. Ну ладно, давай. Фога не лучше. Пога, ты был в комнате? Он же в совой, сова. Угу. Может тебя отправить в комнату, как думаешь? Там лучше магов зарешает. Звездопад рулит. Смотри какая.
голову непосредственно бурстит хорошо. Вместо Дорна? Да, ДК там так себе. Лучше Джерриона кинь вместо ДК. Ну, а танчить ты будешь один, да? Понял? Да, он про товар что? Ладно, давай пойдем так. 4 хила, наверное. 2 танка? Вот. Дубасик, ты в РК, слышишь меня? Дубасик. 2 танка, отлично. Проблема решена. Чек на пул, расскажу про порталы. Третья пати слева, порталы забирают. Четвертая справа, также мы выходим. Налево, направо. Кралька первый портал. Хайли Селаси второй, Суслятинка третий, Леголас четвертый, Капарсивин пятый. Справа порталы. Ринслер второй, Хитрота третий, Никчем четвертый, Фога. Совы, заходим в порталы, звездопад и кожу сразу прожимаем, если что, захиливаем пати спокойствием. Присты то же самое, гимн отхил критической ситуации. Можешь щиток на себя кинуть, Купар, когда забьешь. Что там еще? А, ладно, остальное по ходу дела разберемся. Милики, я называю ваш ник, вы выходите в РДД зону. То есть на вас вешается дебаф, вы должны быстренько в РДД зону убежать. Потом мы вайпнемся. По возможности буду кидать метки на цель, которую нужно будет слить. Ну давайте покушаем рыбу. Не, бездилку вот. Дай, поможет. Петра. Слышишь, Джерри? Чё? Бздилку дай. Ну всё, погнали. РДД зона просто стоит в одной точке, бьет мобов. Не буду... Просто вот так, стойте в шамане. Здесь сейчас я сниму, повешу на моба. ДЦ нету, 2 танка. Очень осторожно, очень. Бейте звезду. Это плохо как-то вышло. Кружок. Кружок, потом квадрат. Дорн, выйди в рейд. Выбегай. Главное... Ладно, выбегай так, просто не забегай уже. Пропадает дебаф, ты опять заходишь. Звезду убьем, потом следующего моба без метки. Нет времени просто ставить метку, понимаете? Так, кружок потом. После кружка квадрат. Заберите моба в РДД зоне. Череп. Далакова. РДД сливаем большое, щупальца милики мелкое. Клота, Альтея, гимн на ману. Ставлю тотем на ману. Помогай мне диспалить болезни, могли. С пактом сбегайтесь, как это называется, не помню как озвучу все это. Две цели сбегаются в одну точку. Схождение мыслей, что ли, что-то по такому? Возможно, или неприличная чума. От черепа отбежали, это типа луковский фир. И лучи. Сейчас будут от лучей тоже. Знаете, они движутся, сейчас отбежали от лучей. Играйте в щупальца. Леголас с Ринсли, вам надо сбегаться. Отбежали от лучей. Скоро будут порталы. Когда там? С кральки щупальца снять. Скоро портал будет. Сняли с тебя щупальца, да? Вижу, да. Сняли. Забегаем в портал. Плохая комнатка, но мы справимся с этим, да? Ну вы пиздец портал берете, конечно. Да. Один портал не зашел кто-то.
Я не зашел. Ну вот здесь сзади есть портал. Дух стай, господи. Оббегай. Два портала вижу уже. Так что, люди не знают, где право-лево, смысл? А ты можешь просто заткнуться и зайти в портал другой уже? А чё вы так классно бьете порталы? Да, ребята. Нет слов. Большой щупальцев. Блять, третья пати налево идет, четвертая направо. Чё, не ясно сказал? Сколько там по процентов? Осталось 3-4 здрава. 9-8. Выходим. 10%. Выходим. Не поднимай пока. Залейте иннер. Черепа. У меня 3-4 здравомысли осталось. Должно было быть 70. Бежали от лучей. 3 секунды порталы. Подходите к своим местам. Здравомыслие. Нигде. Нигде. Опять та же комната. КЦ Джерри. Сука, черепка отойдите. Джерин, блять, Джерин, второй раз. Ну так у меня череп летит от тебя. Ты вначале к Вейду подошел, потом к шаману. Хали Селаси, подымай этого. Посидите. Фогу подыми, Хали Селаси, фогу подыми Шринслера. На большой. Блять, вы как вообще неправильно разбегаетесь. В прошлый раз я нормально захилил. Фога, подымай Ринслера. Куда ты побежал? Блять, иди возвращайся поднимать Ринслера. Басик большое. Сразу за выходим. Фога, включай спринты и возвращайся. А, ну это сейчас вай будет. Ну. А, не фуга выше. У тебя столько здравомыслий, угу. Просто. Портал сегодня. Вуди, заходи ты в портал. Заходи ты в портал. Первый справа. У меня уже мало здравомыслия. Трепещите, смертные. Конец близок. Сзади портал, два вижу портал. Оббегайте, быстрее заходи. Заходи. Фуга законтролился. Здравомыслие кончилось. Звезду надо бить. Она нас сольет. Конец близок. Ничего вы не слили, щупальца одно, ё-моё. Ну уже. Короче, можно падать это, потому что они не переведут. Четвертая комната и тело, здравомыслия уже нет людей. Не, это хуевая идея была магов засовывать туда. Да. Они там никчемные вообще. Только что в мозг бьют. Просто копар один бьет, никчем кралька Леголас. Падаем. Так, копара Леголас. Кральку оставляем. Суслятину коней. Нет. Заходите в лучи, в зеленые, специально сейчас подходите в них, чтобы быстрее умереть. Сколько набито по щупальцам за три комнаты? Не гоните дома. За три комнаты сова 48, вар 66, маг 69, хитрота 82. При том, что на том КД я с этим, как его, ралли, за две комнаты набили по 170 фури варой. Сейчас я могу зайти на мага, и набить столько. Просто вы, короче, вас на 100%, это просто пиздец. Это все, это у меня нет слов, я иду падаю, и нечего мне тут говорить. Вы не используете, вы нубы. Вот и все. Смотри, что... Надо просто это признать. Не надо тут оправдываться. Нубы. Есть вариант, чтобы ни к чем пошел БДК, а Джерион фуриком побил. Я думаю, то как поменять людей. Кого еще взять? Ну давай. Меня поставь энфом во тьму. В комнату. Ну, лизни тотем будет в комнату заходить. Посмотрим его скилл. А кто будет хилить пати? Калк? Давай, калк, хила.
Води Венха. Кресты будем забить зрем разума. Давайте так попробуем. А Фога что, ничего не набил в комнате там? Не, ничего не набил он в комнате. Он просто сошел с ума. Ну просто зацелу как заходишь, нажимаешь звездный огонь по мобу. Он превращается в щупальца, тогда ты его бьешь гневом, там, не знаю, чем тебе долго гневом. Знаешь, что еще проще? Вот эти вот, ты говоришь, первый, второй там портал. Люди хуй когда правильно зайдут в портал. Просто скажи, третья пати слева, четвертая справа, все пиздец. Так проще будет. А я чуть-чуть. Так, ну, я имею в виду вот этот счет. Первый там заходи, второй, третий там, от морды, от головы, от жопы. Оно более-менее как-то заходит. Они не зайдут. Так все в один будут ломиться. Ну, блядь. Не зайдут, потому что один портал, он по центру, а первый и второй, они... Да это тонкости, которые вам сейчас не объяснить никак за одну минуту. И не может... Вы если в один портал будете ломиться, то у вас что, мозгов нет, что ли? Вы просто станете друг от друга на 10 метров и зайдете. Какие проблемы? Давайте заново по порталам. Слева Кралька первый, Гутербол второй, Кайли Селаси третий, Галас четвертый, Копар пятый. Справа Анрикс первый, Лизнит Тем второй, Ринслер третий, Дорн четвертый, Никчем пятый. Попробуем так. Блин, я такого еще не видел, три комнаты мы перевели. Калк спекнулся в хила. Калк, давай хила. Кулак. Под руидом тоже кулак. Здорово всем. Здравствуйте. Калк, давай в хила спекать. Дайте кулак готово. Николас, наверное, случайно выключил. Пива. Понял уже, да? Спадеть должны убить. Если, конечно, на первой фазе никто не умрет. Чек. Кулак дайте по шаману вместо креста. Ну, ассиста дать, чтобы метку кидал на моба на первой фазе. Знаете, как я метку кидаю? Правая кнопка мыши Анрикс, правая кнопка мыши по мобу и выбрать метку. Вот так я кидаю. И одновременно еще захиливаю. Мне как не очень удобно. Вон там без нитотем. Все готовы, погнали. Ты раскинешь метки на мобов. Уговорем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Принцеллер, выходи в АДД зону. Дорн, выходи в РДД зону. О, Дорн завис, кажется. Блин, плохо. Видите, какой урон получает мелик. Не убивайте моба рядом, не откидывайте его никогда. Бёрн, поднимай Фогу. Не знаю, Фога поднимешь Дубасика. Нет, падаем. Ладно, я буду метки кидать. Понял. Дело не в метках, дело в том, что лужи активировали. Но их нельзя активировать. Никто ничего не активировал, там Дором завис. Так не он активировал. Когда пул начинается, надо вокруг лужи оббегать. Ничего не надо оббегать. Ну, мобов больше, просто вы не успеваете их убивать быстро. И два танка, таунтов не хватает. Когда таунт на КД, вы можете умереть. Прошлый трай мы также через лужи пуляли. Прошлый трай было меньше моба на 2 на 3.
Ладно, не слушайте Войда, просто стойте в одной точке. Я не говорю вам бегать. Просто между прошлым пулом и этим есть разница. Раздор не вылетит. Все готовы? Пошли. У нас бафов нету и кулака нету на МДД. Бафайте тогда. Кулак пошла, Влад, пошла. Стойте просто в звездочке. Я звезду беру. Пошел, надо кулакой. Кружок, блин. После звезды. Блять, я забыл, что хазарак мелит. Надо было тебе выбегать с рейда. Вам помогает. Тебе был дебаф, надо было смотреть. На воде дебаф, это тут уже никак не поделаешь ничего. Попробуем захилить это все дерьмо. Бейте метку, потом моба без метки. Ну, Триси, сколько БР КД? Нет, КД. Поднимай Хазарака тогда. Да и я дерьмо, ну ладно. Интересно. Кто-то записывал? Можно в записи использовать. Добейте кружок. Клота, Альтеги, Мноману. Ну, сейчас тоже, кстати, повезло нам, кто не умер. Ставлю ТТМ. Делайте все то же самое, что я вам ранее говорил. ДД большой, щупальца милики мелкая, с пактом сбегайтесь, от черепа с фиром отбегаем. Третья пати налево, четвертая пати направо. Отбегаем от черепа. Сова побежала к черепу, взяла фир. Бежала к щупальцу. Квадрат сбегает. Отбегает. Что ты ни к чем стоишь, конь? Отбегите от черепа. Череп передает фир вам. Бейте щупальца с ничемом. Отойдите от этих лучей. Сейчас будет порталы. Занимайте позиции. Заняли позицию уже. Апельсин, сбегай стекло. Выдавливание на кральки. Щупальца на кральки быстрее. О, разбили, молодцы. Занимайте позиции. Давайте, четвертая патя налево, третья направо. Блять, сейчас похили. Сука, где ты лазишь, ё-моё. Красный. Нет. Дубасик, сбегите. Юпи, куда что? Ты бежишь? Сбегись, дурочки, Дубасик. Что? Я офигею. Бля, не прячься за колоннами от хила, ёб твою мать. Так, третий портал справа заходит, даже не знаю кто. Ну, Фуга, заходи ты, попробуешь рестнуть рестлера, если можно будет. Выходим. 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 Третья налево, четвертая направо. Арисель, три в комнате остался. Черепа, отойдите. Быстрее. Ты раньше сдох, вроде. Отходите от черепа. Заняли позиции.
Тебе большое. Снимите с меня магию, пожалуйста. Лисий, спокойствие дай. Я тебя не буду хилить. Красный луч, сбегитесь. Давай, этот, скорость. От черепка отходите. Черепок передается. Черепок зеленый передается, отходите от него. От человека, которого он передался. Все в большое. Сколько процентов там? Точнее, сколько секунд осталось? 8 секунд. Уходим. Уходим. Милики, отошли быстрее, отошли от большого. Пар, давай кинем на ману, потом позицию занимай. Залейте с черепку маны. Последний портал. Да, Копар, тихо, не ругайся. Бога, я справа портал твой третий. Секунда, портал. Отбежали от черепа. Отбежали от черепа. Забежали порталы. О, бля, опять тоже ебанская комната. Я за тобой иду. Давайте быстрее поменяем. Я говорил, не получится людям понять. Трепещите, смертные! Все, сейчас они переведут, под мордой собираемся. Большого нет, заебись. Это самая сложная комната, это трай, короче. К лицу бегите. Остаемся до конца, добиваем. Все, перевели 1%. Все, выходим порталы, собираемся у черепка. Фога, есть БР, поднимай хитроту, ринсли, отвернулись, отворачивайтесь, когда этот красный, этот синий луч, хилы, все становимся спиной к боссу и хилим спиной. Отворачивайтесь, сейчас будет взгляд. Бейте босса, скажу, когда отвернуться. Отворачивайтесь, сейчас отворачивайтесь. Гильдаль, что-то бьем. Бьем босса. У меня много здравомыслия было, поэтому я не отворачиваюсь. Отворачивайтесь, ребят. Смотри, мобы багнулись, нам везет, да? Два багнулось. Ох. Отворачивайтесь. Гутербол, отворачивайся, 15. Ну-ка. Плохо говоришь. Нет. Говоришь? Так мы только поэтому убиваем. Вон, видишь, три моба за спиной босса стоят. Отворачивайтесь. Бля, кому ты это говоришь? Тебе. Бейте кружочек. Все в кружок играем сейчас. Отворачивайтесь, сейчас будет взгляд. В кружок играем. Отворачивайтесь, сейчас не бейте кружок, он рядом с боссом. Все, бейте босса, 3 секунды есть. 2, 1, отвернулись. Все, бейте босса. 5 секунд есть. Кружочек по возможности слить. Двое хилят. Отворачивайтесь, 1 секунду. Отворачивайтесь. Так, босс начинает захилить. Все, добивайте босса. Не добивайте. Отворачивайтесь последний раз. Отворачивайтесь последний раз. То еще в контроль кинет. Нет, у вас босс отхилится. Все, добиваем теперь. О, там за спиной 9 мобов стоял. Ну, понерфили что-то его вообще. Они появляются сзади никого нет, и, короче, они должны, ну, агриться со старта, они не агрятся. Это, знаешь, как первое убийство, которое было в Штатах. Там тоже мобы не агрились, и они убили. Роль. Рецепт. Верно. Кральке отдал голову. Я же буду головой. Защитник.
И мобы теперь вот эти вот, вот похищают жизни, они не ваншотают вообще. То ли маяк на них вешается стал меньше, или что, я не понимаю. Вообще понерфили его. Ну, они сделали правильный урон, потому что для шмота 226 уровня, типа. Ну да, он там по 50 тысяч бил, 3 тика. Спасибо. Чё, Игнис? Или Алгалон сразу? Пипец, вы никак не угомонитесь. Давайте легких боссов добьем и расход. А тут уже трэш резнул. Где трэш? Гигантской кузни, да? Куда идем? Алгалон, трэш. Хорошо, что ты ТРЛ, ты сказал это нам. Чё там, Олег? О чём мы сделали, получается? Две ачивки на 500, да? Это уже 4000 получается. Ну мы же вайпались. Мы сделали же. Не знаю, о чем же. Это не целка, раз если вайп, то меньше ЕП. А тут ачивы. Все равно ничего не понял. Ну, Олег, 4 дает. Да, я понял. Типа, давно не было слышно. Я говорю, что идем на слайдик на Игнис и на Астрокрыл. Сейчас идем на Астрокрыл. Давно не было слышно? Да. Минуты 3. Зайду, типа, ладно. Триньку надо. Портуйтесь в гигантскую кузню, и потом направо осталось два босса. Может, по уголону, не знаю. Поздно. Теремно. Надо добирать кого-то больше. Ты говоришь? Нам уже стало рейдить. Ну, рейд не знает, что там делать, мы его не убьем просто. Падать долго вообще. Не, не будем. Что-то Трисин может портал найти. Да я портанулся неправильно, первый раз меня там трэш убил. Не надо. Насчет завтра я не знаю, если кто-то будет что-то собирать. Вон Копар жалуется, типа, геры мало, у нас 3,25 гер было. Ну, я не беру собирать. Да, мало. Мало. Не знаю, хотите РС, приходите. Только во сколько, я не знаю, 8? 25 гер. Обычка. Какая гер. Не бейте стража.
Сейчас скажу, две метки поставлю. Попробуем их мобов сделать. А чего? Дети, метки не бейте. Будет один танец. Ты в ДДшке рассел? Ничего. Да, но если ты. Но если ты сложно танчить, ты можешь убивать их, если хочешь. Что-то говорили про чил, ничего не говорили. Да не. Я не говорил, я сказал, что можно по ходу дела там два моба пожарить. Ну раз так, значит так. У нас были самые неудачные комнаты за все два трая. Через дракон? Две с драконами и одна еще вот эта лича. Клича там, где... самая нормальная. Ну, там, где вары прятались за колоннами, я не могу... Где они вообще прятались, я так и не понял. Обычно, когда я заходил, схилил спокойно. Если все вары, пила, если правильно бить. Но в этом трое, да. Какая-то жесть. Что, у кого нету Кадена и ВК-25? Спускаем босса. Где нас колокольчик? Да? В прошлом когда было 5. Вопрос такой, у кого есть двор гном рога? У меня есть, я в дуратах поставил. У тебя двор и гном? И... двор, гном, ночной эльф. У тебя это левый аккаунт? Да, левый аккаунт. Можешь после ульды поставить, я зайду, собираю или тевлом. Окей. Живой жар. Не знаю, забирать это на Елену или нет. Ну, если не знаю, что вы стоите, юпи. У нас хилов хватает. Лизли, там это надо тренинг на Елену, нет? Не, нет. Какие у тебя трини? Что не надо? Ки, чешка? Ну ладно, со снятием ты вижу. Попробуем следующего. Да не станет. Не, просто я разроливал вещи, как-то нахилил. Кубка мы сидели. 29 часа. Ну да, 3 часа уже. Это недолго еще. Да, йог был не по нерфингу, вот тогда просто нам был классный. Полные игроки, все дела.
Если бы у нас был шмот 200 уровень, вот тогда было бы заходить. 213 с Наксом. Не сейчас. И вообще Накс на ваниле бы сходили. Убил кого-то задом на ваниле. Только всадников убил. И все. Кстати, на всадниках ведь собирали 9 танков, если кто не курит. А что 9 делал? Там надо было иногда переталкивать, потому что у нашей гильдии, ну, танк был не собран один, и второй тоже был не очень собран, они там, короче, как-то менялись. Я не вникал, я был рогой. Там просто те херы стакают эту херню, и оно висит минуту, а то надо менять, и когда тебе надо опять забирать, у тебя дебаф еще 30 секунд, поэтому типа надо 9 танков, чтобы типа понял, спадал дебаф. Что-то жестко вообще. Да, на ваниле всадники были самые жесткие. А да, как же это, честно. Как Ктун? Ктун, то такой. Там же вообще пиздец, там же лудок. Не, ну типа, понимаешь, после того, как его понерфили, ну, на Кроносе он же был, ну, когда на Офе он был, тогда он был жесткий. Потом его на Офе понерфили, а на Кроносе он же был такой, как он был на Офе. То есть, понерфили. Вот когда его только-только запустил. Да, там и спал. Ну, то есть, понимаешь, типа, там на Офе, типа, ну, на Кроносе спавнились 2 щупальца, а на Офе спавнилось 4 щупальца, когда его только запустили, и в этом была проблема. Щупальца убивать, а в щупальце было дофига хп, и из этого выливают. А 2 щупальца убивают. А в роге там еще тупо, что энергия никак не на лече регенится, а регенится она там по 20, по 10. Типа 10 секунд прошло, тебе капнул. Курики там, вары бессмысленные вообще. Там, по-моему, только танки были. Да, ну то есть там у тебя спайк есть, шмот как бы можно одеть, но все равно бессмысленно. Дамага очень-очень мало. Основная типа фишка, что у тебя весь дамаг, когда ты атак. Просто за мили, как дупой весь. Там эти как топоры, вот эти северного ветра или как. 40-й уровень. Да, ну вообще на робот топ было с 58-го. Левела. Не, не так, не с 53-ня, это было с этой хероты. Блять, как же его называется? Ну, короче, там в горе из какого-то гнома, не гнома, дворфа падает тринька, да, как знаю, на профи. И вот, короче, я с этой тринькой бегал до Накса. Ну, я думал, выбью с Накса ту триню, с всадника так и не выбил, но думаю, ну ладно. Топовый вообще. Как же она там? А, или меч там был, что-то сейчас. Молоток, может? Молоток, да, блядь. Две атаки, прикинь. Молоток, который, по-моему, 3 атаки стал. Смотрите на Галлона. Турисан. Турисан, вот этот вот молоток бисит. Магия, я накинул ЕП, можете офиться.